Поэтому изменять себе не свойственно. Даже когда, скажем, я ушел на землян, да, все равно я занимался музыкой, я писал какие-то свои альбомы, создавал свою группу, но все равно находился как бы вот в этой обстановке творчества. А сейчас мы решили это все поднять на более высокий уровень. Поэтому мы болеем за это дело. Мы это дело любим, и это, в общем-то, все, чему мы посвятили и посвящаем свою жизнь.